Ну что, всем привет. Я думаю, вы неспроста видите эти Sunsoft гайки, потому что я говорил то, что мне не хватает одной игры. Спасибо Эдему за наводку. Если он смотрит это видео, благодарен тебе за то, что тогда скинул. Пришла мне посылочка, как вы можете увидеть, в обычном пакете. Шла 2 недели. От пяти, я не знаю, человек, что упаковал. Я думаю, не будем тянуть. Я ее, возможно, кстати, в этом пакете оставлю. Ну что, Гремлины 2 вернулись ко мне на родину. Лицензионные. Пока грязные, я их еще не чистил, я сам только их достал. Вот. Лицензионная. Я очень рад. 90-й год, это у нас... Что у нас там в 90-м-то выходило? War of World. И вот такой штаб из картриджей на Famic. Сколько здесь? 9 штук, выходивших от Sunsoft. Так, сейчас мы, кстати, посмотрим. Они, значит, у нас вышли в декабре 14-го. А эти вышли... А, это 90-й. А, ну да, тоже. Эти 10 августа. То есть они, значит, ниже должны быть. Вот так. Вот так оно должно все стоять. Ну вот в целом такая коллекция. Показываю еще раз на камеру. Meta Fight. Ну, Blaster Master японский. Записана японка с читом на выбор уровня. Репродукция Бэтмена первого. Американка записана. Чистая. Sunsoft корпусе сделанная. Rough World лицензионный. Чистая японочка. Гремлины лицушные. Я их еще почищу здесь вот сверху. Буковки все ему вытру. Плату, естественно, тоже. Геймплей, я думаю, приложу где-нибудь какой-нибудь мелкий. Потому что она работает. Battle Formula. Японская. Тоже репро. Супер Спай Хантер американский. В Sunsoft корпусе. Хибиеки. Перевод на английский язык записан. Одна из первых репродукций с отломанной защелочкой здесь. Жемчужина моей коллекции, Dynamite Batman, лицензия японская, в идеале. Один из самых идеальных картриджей. И гиммик. Как раз таки продукция, основанная на вот этом кайке. Господи, это где он? Вот этот гиммик сделан вот на вот этом картридже. Вот они оба. Косявишных. Красота. Так, ну пока что-нибудь на фоне здесь воткнем. Я тем временем попытаюсь его вскрыть. Если это, конечно, получится. Нет, такой точно не выйдет. Так, сейчас. Будем думать. Нам же, я думаю, всем интересно, на каком она чипе. А то сейчас хлобысь и еще 5B какой-нибудь. Но я, конечно, сомневаюсь сильно. Даже ладно, если я защелки сломаю, не проблема. Заклеить можно будет. Клеим. Ого. Ну, его еще не так-то просто открыть, слушай.
Опа. Так, есть. Одна сторона. Вторая есть. Ого, как крепко. Твою мать. Блин, как она крепко сидит. Так. Момент X. Охереть, он на 5А. На 5А у меня греблены. О, да, бэбочка. Они на 5А. Такая лицушечка. Все, теперь у меня есть греблены. Это очень классно. Я очень счастлив. Я думаю, вы тоже. Ну все, на этом всем большое спасибо. Всем покедова.